Творческое объединение «Тамбовские узоры» – активные участники всех городских и областных мероприятий. Не остались они в стороне и от помощи участникам СВО. Изначально мастерицы объединили свои силы с 12-й гимназией и собирали вещи для детей Донбасса. Теперь они стали собирать гуманитарную помощь самостоятельно. В данный момент работают над новогодними сувенирами для наших ребят. И вот мы делаем. То есть они наделаем ангелочка, они отправляют сети на каждого вот этого. Вот еще вот. Вот типа такого. Ну вот мы такое участие посильное. Что можем, то вот делаем. С любовью, с теплотой, с надеждой, что это все скоро закончится. И то, что это согреет и поможет нашим ребятам. В каждую свою работу участницы клуба вкладывают тепло. А это добрые мысли и забота, которые превращаются в вещи, способные согреть в непогоду и оберегать наших защитников от болезней и нападок недоброжелателей. Непосредственно вот в госпиталь или бойцам, как получится, сделали вот такую куклу, народная, обережная. Называется она «Благодать». Она как подарок, ее можно всегда дарить. В чем ее смысл? Вот ручки подняты. Она говорит: «Не грусти, не унывай, рук не опускай». Ну что еще в таких ситуациях пожелать? Больше уже, в принципе, ничего не остается. Вот такая вот она интересная. И сделали мы еще уже специально для госпиталя кукла-травница. Здесь вот у нее всякие ароматные травы, мята, чабрец, душица. Творческое объединение верит, что небольшие памятные подарки, сделанные своими руками, станут для участников СВО напоминанием о доме. Они помогут победить, ведь, как известно, помогая другим, мы поможем себе, потому что все добро, которое мы отдаем, замыкает круг и возвращается к нам. Елена Хромова, Александр Чекмарев, Данил Лычко. Область новостей.